Привет, друзья! Сегодня у нас плановый поход в тир. Он бывает часто, иногда через день, иногда каждый день. Сегодня у нас было, соответственно, 4 винтовочки. Вот. Первая винтовка – это очень популярный в последнее время леший, второй, полуавтоматический. Пристреливали его с прицелом «Маркул». 2.12 на 44, компактная оптика бюджетная. Колбочка 0.22, тоже не самая большая, L-Safe. Пристреливали его на полтинничек. Леший готов. Вот, и, соответственно, в пятницу поедет к своему владельцу. Вторая винтовка – это один из самых популярных из модельного ряда егерей. Это колба «Булка» на композитной колбе L-Safe с прицелом Discovery 18-кратником VT2. Отстреливали его на 100 метров. Ствол здесь стоит полигональный Alpha Precision 550. Как обычно, пули 3,65 грамма. Установлена серьга взвода. Сошки аналог Харриса, быстросъемные. Вот. Отставляем его в сторону. Здесь у нас классический карабин на колбе со стволом тоже альфа. Колба здесь уже стоит алюминиевая. Прекрасный темный орех, один из самых темных. Оригинальный роковский деактиватор взвода, серьга и загонный прицел Маркул Сталкер 1.6 на 24, один из самых популярных прицелов из в целом маркуловской оптики. Вот, винтовка очень красивая и очень точная. Откладываем его. Здесь, соответственно, абсолютно такой же карабин. Ствол тоже альфа. Колба стоит 0.6 L-Safe. Вот. Тоже, все то же самое, но без деактиватора. И, соответственно, установлен популярный прицел Маркул Сталкер 3.18 на 50. То есть тот тоже сталкер и этот сталкер, но тот загонник. А этот прицел, соответственно, более универсальный. То есть он и для высокоточки подойдет на сотку, и для охоты, так как трешка позволяет быстро достаточно поймать цель. Вот. Винтовочка тоже завтра поедет в город Сургут. Тоже темное ложе отборное, антапки установлены, соответственно, под ремень и под сошки. Ну и, в общем-то, все. Вот, в последнее время спасибо вам за некоторое количество положительных отзывов. Пишите дальше, мы будем для вас стараться. До новых встреч!